Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Спунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, в этом прекрасном мире. Только посмотрите, насколько он прекрасен. То есть какие-то непонятные существа везде обитают. Он что-то на стене висит. Вот это вот что-то. Это комар? Он еще и прыгать умеет. Оп, убежал. А его там это... Что это вообще такое? Это его не слопает? Ладно, они хотят, чтобы я на яйцо тыкнул. Чувствую, игрушка будет прекрасной. Этот мир, он замечательный. По-моему, моя душа яйцо перепутала. Я должен превратиться был в этого дракона, но я... Это что такое? Это его брат? Со мной поговорить хочешь? Мне почему-то кажется, что существо, за которое я играю, летать не умеет. Это что такое? Он что-то там оставил. Так, ладно, я понял. Давай освободим друг друга. Надо отсюда валить, все равно в этом месте долго сидеть нельзя. Здесь скучно. Мы одинаковы, и я. Хупшечка слопал. А я могу вместе с тобой похлопать? Нет. Почему-то я не уверен, что мы одинаковые, чем-то похожи с друг другом. У него глаз открылся. А что-нибудь произойдет? Видимо, нет. А кто это такие вообще? Хрен его знает. У тебя идея появилась какая? Расскажи мне. Перепрыгнуть надо? Ну давай. Только как это сделать? Хоп. Колесико мышки. Ага. И что? Это как так-то? Что я вообще должен был сделать? А, все, я понял, к чему вы это. Это каким-то таким способом я его приманиваю. Хорошая игрушка. Здравствуй, цветочек. Давай я с тобой поговорю. Ты как, а? Нормально? Да вроде все пучком. Я могу на него накричать? Давай на тебя... Я не хотел этого делать. Мне не надо. Я не хочу этого. Тут, кстати, можно закончить игру добрым или злым. Хоп. Я хочу первое прохождение добрым себя сделать, я не хочу быть злым. А второй раз, если игрушка уж понравится и будет настолько прикольно, ну хотя игрушка... Не знаю, первое впечатление меня радует прям сразу. Ух ты, ты меня прям на другую локацию выкинул. С помощью тебя этой злой руки можно перемещаться между локациями. Ну как эта игра может не радовать? Тем более вот это вот дракон, и у него все время появляются какие-то идеи. Да я... Подожди, я тут разговариваю. Сам с собой немножко. Так, о чем я говорил, блин? Я просто так подумал, то, что это похоже на чью-то жопу, это хвост. И когда я сейчас его дерну, оно может меня съесть. А, да, то, что здесь можно закончить плохим или... Плохим или злым, хорошим или плохим. И по второй раз можно будет пройти... Оп, жуку я съел. Второй раз можно будет пройти из-за плохого. Почему бы и нет? Но тот цветочек не надо было трогать, я просто не знал то, что я на него накричу. Я просто с ним поговорить хотел. Я говорю, это чей-то хвост, что ты там отложил? Хоп. Это у меня инвентарь такой. Я в себе вещи хранить буду. Неплохо. Давай еще раз его ударим, может что-нибудь произойдет. Бат. Бат. Ему пофигу. Ну ладно, я тогда пойду, а тут какой-то скучный там. Хоп. Давай, рука. Перемести меня, я уже здесь. Перенеси меня в другую локацию. А что я с этим даже сделать должен? Я, наверное, должен схватить то летающее существо, которое личинку отложило, которое вот это... такие звуки издавало, или нет? Нет, убивать я его не хочу. А я могу тебя с собой взять? Что это такое? А как это? Использовать, наверное, как-то надо, да?
даже не понимаю, для чего это все. Убивать я его не хочу. Так, ладно. Ты тоже только прыгаешь? От тебя толку нету. Черный жучок какой-то плавает. Что-то мне надо сделать. Ну... Да это я понял. Куда он полетел-то? Чувачок. Ты же должен там что-то было сделать со мной. Как-то же можно... Да я понимаю, что ты бигуди, но блин. Может, ты мне расскажешь все-таки, что мне с этим как-то взаимодействовать можно? Я пока не очень освоился в управлении с этим миром. Ну, кстати, единственное, что я сейчас могу сделать, это только уничтожить этот цветочек, а я не хочу этого делать. Значит, мне надо как-то с ним взаимодействовать. На-те еще раз. Ладно, у тебя есть идея, ну-ка. А где у меня этот есть? Я должен его уколоть. Чтобы его уколоть, мне надо сделать себе иголочку. Чтобы сделать себе иголочку, мне надо придумать. Ладно, пошли назад, может, я не все еще посмотрел там. Цветочек я не хочу трогать. Сюда никак наступить не могу. Вот, иголочка из них же есть. Да я уже понял, для чего это. Блин, я цветочек только убить могу. Неужели у меня другого никакого выбора нет? Какой-то же должен быть другой выбор. Может, их как-то по-особому расположить надо? Ух ты! Ты какой-то большой. А на тебя больше нажать нельзя. Почему-то. Блин, мне больше ничего не остается. Придется мне все-таки убить этот цветочек. Оп, слопал. И что мне это дало? Я немножко изменился. Блин, ну мне не надо было его слопать. Блин, я плохим стал. Похоже, у меня не получится стать хорошим. Ага, это был черный поступок. Да ладно. А почему я раньше этого сделать не смог? На тебе. Ей, я его все-таки уколол. Ух ты. Нифига, это его защитники пришли? Они что-то типа Power Rangers или как? Что они делают? Мне надо, наверное, с помощью них какую-то фигуру собрать. Охренеть. О, у тебя появилась идея, да? Какая? Фигуру собрать то, что надо? Звезду или что там? А, даже так? Как-то у меня не очень получается. Если честно. Во, у меня получилось, и что? Из этого ничего не собрать? Да ладно. Надо по кругу так метить, у меня по-любому сейчас получится. Вон звезда сейчас вырастет.
И теперь я могу это чудовище собрать. Я бы назвал его инопланетянином, но, наверное, здесь нормально видеть такое чудовище. Что ты такое? Здрасте. Кто ты? Что? Кристалл какой-то надо взять, потыкать куда-то. Может, ты мне еще что-нибудь скажешь? Что я как-то твои наставления не очень понял, инопланетное это существо. Надо понажимать на какие-то кнопки, чтобы потом вылез какой-то маленький кораблик с кристалликом, и потом взять из него кристалл. Наверное, так. Хоп. Нифига себе, так это получается скалы в виде животных. Во, вот здесь я должен потыкать. Как-то. Ага. Неправильно я тыкнул. Тебе идея какая-то появилась? Да, у меня никакой идеи нету. А, это надо сделать на время. Ну давай. А там тупик. Или нет? Давай быстрее. Мне надо какой-то верный путь надо найти. А там вообще тупик. Блин, да я не успеваю. Даже если я очень быстро нажимаю, я не успеваю это делать. Наверное, как-то надо, не знаю, замедлить что-то чем-то это. Разве нет? И так я тоже не успеваю. Во, я ведь успел. Нажал на ту штуку, только что мне это дало. Ну-ка, дай-ка я еще раз попробую. Но я слишком медленно сейчас это делал. Блин, а я без понятия, надо на что-то тыкнуть здесь. Как-нибудь можно замедлить тебя? Не, видимо, никак нельзя. Ну-ка, мне нельзя цепь прорывать, наверное. Как-то так, может быть. И теперь, да, я успеваю. И мне надо полностью ее собрать, чтобы она не закрылась. Все, теперь до меня дошло. И тогда она закрываться не будет. И что мне это дало-то все? Зачем я это делал? Как я с помощью этого могу пройти? Там, кстати, еще есть. Дорожки наверх или что это такое вообще? Но, скорее всего, просто дорога наверх. Хоп. И ты упал. И что мне с тобой делать? Взять как-то? Превратить во что-то или нет? Это плохое действие? Или... я как-то вообще не завис, по-моему. Я никак реагировать ни на что не могу. И чё ты прыгать-то начал? А как я, кстати, посмотрел какое-то действие? Хоп, опять прыгнул. Чувачок, не зависай. Никаких идей у тебя нету. Ну, поползли сюда, тогда давай это возьмем. Дерни тогда эту штуку, что это такое? Сейчас опять что-то... Ого, если на меня это упало. Наверное, больно. И это можно дернуть. Так, оп. И зачем я это слопал? Это для чего-то нужно. Что это такое? Нет, пока нельзя. Давай тебя возьмем. Что ты такое? Может, я с тобой как-то поговорить могу? Хоп.
И тебя взял. А там зацепилось. Мне надо как-то что-то соорудить, чтобы можно было взять. Грибы какие-то для букашек. Там еще даже предыстория есть. Это надо кому-то поднести, чтобы он это слопал и что-то превратилось, да? Хоп-хоп-хоп-хоп, поползли. У меня есть букашка. Хочешь такую? По-моему, я сейчас опять что-то злое делаю. Может, мне надо будет по второму разу уже проходить по-хорошему. Ух ты. Хоп. Как она меня выдерживает. Похоже, мне первое прохождение придется злое делать. Оп, превратилось. Взять это быстро, взять. Хоп, она улетела. О, как так? Лови эту букашку, она не должна от меня улететь. Хоп, плюнул на него. Хо-хо-хо-хо, нифига, но злое. А я могу тебе там подставить сюда как-нибудь это? Нет? Хоп, слопал. Ей. Нажми Space. И что мне это даст? Ух ты, я в мир духов могу переходить. Я что-то про такое читал. Нифига себе. А я могу теперь еще раз с тобой поговорить? Может, ты мне сейчас что-то новое скажешь? Так как я твою загадку разгадал и там уже все сделал, мы можем о чем-то другом поговорить. Я взял кристалл, и что мне теперь делать? О, злой дух украл все эти части, которые теперь надо вернуть на землю. Или куда это? В этот мир. Чтобы барьер включился, и мы были все снова счастливы. Один из этих кристаллов-то у меня есть. А, нет, они вон в том месте лежат. Так что нету одного из этих кристаллов у меня. Возьми это, полежи это, и... так вот для чего гриб нужен. Чтобы лизать и получать эти глюки. Хоп. Вот это хорошо. Ничего себе. А, наверное, сейчас, если поговорю, ты мне еще раз что-то про это расскажешь. Хоп, да я уже научился такие глюки получать. Прям в глаза себе этим закапал. Мне от этого плохо-то не будет. А, можно туда даже нажимать. Не, летать я на тебя не хочу, а ты мне, наверное, уже и ничего нового и не скажешь. Сейчас опять будешь мне эту историю. О, у тебя идея есть. Это какая? Расскажи. А, ты хочешь, чтобы я с помощью этого жучка поднялся и запрыгнул в портал, который находится наверху? Ну давай. Идея-то хорошая. Хоп. И в портал, в портал. Что это такое? Оп, я что-то там открыл. Что я включил-то? А, мне еще там на что-то нажать надо. Да, эту игру будет сложно понимать, она слишком упоротая, чтобы нормально мыслить. Или я портал включил, он заработал. О. Хоп, мне засосал. Там, кстати, еще раз на что-то можно было нажать. Надо было сначала попробовать, прежде чем уходить из этой локации. Но мало ли, я бы нажал, и часть этого мира бы уничтожилась. Здрасте, как вы тут поживаете? Похоже на какую-то пустыню. Ты счастлив находиться в этом месте, да? На тебя так посмотришь, хоп, духи здесь летают, все такое разукрашенное. Я могу туда пойти.
А давай сюда сначала. Ты не знаешь, что с этим камнем делать? Ты не можешь его подвинуть? Ты же один из родственников дракона. Не знаешь, да? Давай посмотрим на это с другой стороны. Под грибами. Под грибами мы ничего нового узнать не можем. И вдаль, если посмотреть, то там тоже ничего. Кто это был? Кто это со мной разговаривал? А? Ой, я могу туда пройти. Ну пошли. Ничего себе. Не могу я туда пройти. Там ветер сильный, пошли тогда назад. Там тоже. А что это за камень такой? Не, я с ними никак взаимодействовать не могу. Тогда придется назад ползти. Куда ты уполз? Или ты уже перешел в другую локацию? Хоп! Я вернулся сюда. Что за мир-то такой странный? Ладно, пошли, может, это налево. Тут и налево, направо. Может, там что-нибудь мне этот мир принесет еще. Если я опять туда подойду. Там же сильный ветер. Меня, может, туда и не пускает, но. Ой. А я этого не хотел. Честное слово, я этого не хотел. Блин, он теперь мертвый. Хоп. У меня теперь что-то появилось, какой-то рычаг. А, это, наверное, ключ, чтобы завести эту коробочку. Я ее получил очень плохим способом. Да, я понял уже. Хоп. Ничего себе коробочка. Это вообще нормально? Ты во что это превратился? Чудовище. Давай-ка я тебя тыкну. Это что, телевизор? Это дом? Своеобразный. Ну здравствуй. И что это значит? О, нифига себе, какие-то три верховных чудовища тебя создали. Ты был таинственной коробкой, что-то типа ящик Пандоры? Мне нужно... У него, вон видите, тут какие-то лампочки стоят, и одной нету. О, у тебя вот, он, похоже, вместе со мной думает. А, нет, не так. Я о другом подумал. Я, похоже, с помощью этой коробки Пандоры смогу перемещаться. По местности. Каким-то образом, что-то типа телепортации. Я подумал, здесь ко мне кто-то идет. Так, ладно, попробуем, давай. Нет, ну просто транспорт в этом мире, а не коробка телепортации. Ну и мир, а? Ну и мир. Оп. У меня, похоже... Здрасте. А он слепой. Он вместе со мной перемещается? Да ладно. Я, похоже, пограничника встретил. Он мне очень-то захотел, чтобы я таким способом пересек их границу. Меня сейчас куда-то увезут. Он до сих пор в меня палкой своей тыкает. Говорит, ты не должен здесь был быть. Это накричать на него, да, наверное? Или просто поговорить с ним? Ну пофиг, я кричать не буду. Хотя меня немножко раздражает то, что у меня палки тыкают. Ладно, сейчас крикну на него один раз. Он еще и смеется, да, мы с ним подружились.
А куда мы переместились вместе с ним? Блин, эту игрушку определенно надо проходить в наушниках, потому что здесь звуковое сопровождение просто на высоком уровне. Два что ли компаньон, он, у него рота что-то типа... Ой, ладно, не буду даже себе этого представлять. Я его походу куда-то доставил, да? И зачем я вообще это делал? Беру, перемещаюсь по мирам просто так. Ну ладно, я ему хотя бы немножко помог. Он теперь на вечеринку какую-то попали. В этом мире определенно не для логику искать, что, зачем и почему. Надо просто наблюдать за этим и расслабляться. Потому что мы сейчас прилетим на вечеринку, где вот какое-то вот существо пускает пузыри с помощью инопланетянской тарелки, а у них там... Ой, блин, повсюду свет. Типа, зачем мне туда выходить? Или он спрашивает меня, зачем я здесь? О, я должен опустить лампочки, чтобы появилась какая-то огромная лампочка, и я смог попасть в особое место. Опа, у меня вон еще одно задание появилось. Нифига себе, тут уже кто-то... Там с кем-то что-то произошло. Они прям уже мой... Что, не знаю, мою машину оборудовали, он отдыхает на ней. Здесь, похоже, в этом мире нету места, где бы кто-нибудь не тусил. Здесь обязательно будут тусить. Ну, вместе с ними, к ним мы уже присоединимся в следующей серии. А сейчас подписывайтесь на канал, пишите. Ой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.